Продается жеребчик рыжей масти, родился 18 февраля 2023 года. Отец жеребчика – рыжий жеребец арабской чистокровной породы, кличка Сигман, линия Мансура. Лошади этой линии в основном среднего роста, средней массивности, несколько облегченного сложения, но достаточно костисты, обладают хорошими движениями и высокой работоспособностью. Отец Сигмана – жеребец арабской чистокровной породы, кличка СС Гриша, родился в Стиглерстат, Италия. Он внук всемирно известного WH Justice, неоднократного призера и победителя шоу-турниров в Италии, Англии, Франции и Бельгии. Арабский жеребец Алонса от СС Гриша в феврале 2023 года выиграл Аламан Байге в Ошской области, Кыргызстан. Мать жеребчика – кобыла рыжей масти по кличке Комета от Кнехта и Грации. Отец Грации – жеребец Аламбер, чистокровной верховой породы линия Дугласа, от жеребца по кличке Брифинг. Из 12 стартов на ипподромах России Брифинг занял 2 первых, 2 вторых и 2 третьих места. При покупке лошади заключается договор купли-продажи и договор на перевозку. Покупатель получает ветеринарную справку, в ней указаны все прививки и вакцинации, паспорт вне коневодства. Все наши лошади чипированы, все проходят тест ДНК. Доставка лошадей в любой регион России, а также в Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. По вопросам покупки обращайтесь по указанному телефону, WhatsApp или Telegram.